Доброе утро, всем привет! Ваня мой уже ушел на экзамен. Держу за него кулачки, чтобы он хорошо его написал. Вот у нас дождь на улице. Ну, как бы там слишком светло для камеры. Дождик, и сейчас мне нужно собираться сегодня пешочком сама, потому что я не думаю, что Ваня успеет вернуться до того времени, когда мне нужно выходить. Поэтому я сегодня, скорее всего, сама побегу на станцию. Вот, сейчас буду быстренько краситься на 2 часика буквально на учебу и вернусь домой. А еще что-то холодно, надо включить отопление. У нас сейчас дождик, я уже говорила про дождь. Я покушала, пообедала, сейчас пью кофе, еще решила одну эту попить, кофе, еще один стаканчик. Вот, и по поводу посылки разбитой свечки, которая вот здесь вот у меня лежит, которая пришла с этого, с Франции, мне уже вернули за нее деньги. Единственное, что было очень странным, что мне не написали «не извините». То есть я вот саму свечку оставлю, вот она. Саму свечку оставлю, а все, что разбилось, я просто выкину. Что очень жаль, свечка была очень красивая. Такое типа было ведерко, знаете. Очень симпатичная была свечка. А, и тут еще, знаете, что есть прикольное? Ленточка с ключиком. Пожалуй, ленточку с ключиком я тоже оставлю и украшу таким образом ту свечку, которая там есть. Пока что это беру в сторону. Пума у нас ночью гоцала, играла с этой бумагой с магазина. Это розовая, она по всей комнате валяется кусками. То там, то сям. Так. Закрошка. Классно, что у нас все в ванной есть. Это, как ее, скажите, я скажу, мусорка. И очень удобно. Ну что, у меня уже все. Пары закончились. И на улице... А, не, на улице был дождик, но сейчас вроде нет. Так что я пока горит этот красный, я это подожду здесь, под крышей института моего. Холодно как, прохладненько. Знаете, температура хорошая, адекватная, очень комфортная, но здесь холодный, мокрый ветер. Вот из-за него такое ощущение, что на улице, ну, такое около минуса такого какого-нибудь, знаете. Вот ветер здесь вообще адский. Это еще здесь, в Барселоне, ветер еще ничего. А в той зоне, где живут мои родители, там ветер вообще такой сильный и холодный, что ужас. Все, бежим на станцию. Модная мода. Чу-чу-чу. Я уже дома, и мы с Ваней поужинали, посмотрели сериальчик. Мы никуда сегодня не пошли, но я рано, довольно-таки рано вернулась домой. Но мы никуда не пошли, потому что на улице дождь. Чё под дождем на улице делать? Фигнёй страдать? Ну, разве что фигнёй какой-нибудь пострадать. Можно на улице. Можно выглянуть в окно. А, дождик закончился. Ну ладно, не такое бывает. Но на улице все мокро. Ой, и свежо. Очень-очень свежо. Здрасте. Здравствуйте. Сегодня здоровалась? Нет. Всем привет. На. Пообщалась. Да. Я сегодня сходил, написал экзамен. Вроде неплохо, но посмотрим. Вот. А сейчас мы планируем попить чайку. Ты будешь чай со мной? Что в тебя вселилось? Будешь чай? Ты знаешь, на кого была сейчас похожа? На кого? Знаешь, надувные эти куклы, которые от воздуха? Они вот так. Ладно. Прекратим это показывать. Кать, ты под чем? Ну, вы поняли, да? Ты учишь? Кого?
права. Ой, нет. Почему не учишь? Зай, сегодня первый день, когда он был у меня свободный. А вчера почему не учила? Когда мне вчера было? Пока спала, можно было все выучить. Пока спала, можно было. Я умудряюсь нормально, все получается. А спишь? Да. Ты, пока ты спишь? Пока я сплю. Я учу. Мы опять ели сегодня запеченные яблоки, очень вкусно. Как их туда мед, наверное, так хорошо заливает. Потому что яблочки кисленькие. Сладенькие получаются. И еще мне больше всего нравится то, что от яблок выделяется сок, и он смешивается с сахаром. Ты же сахар добавляешь? Ну да. С сахаром получается как леденцы. Карамелька. Карамелька, да. Она такая тягучая и очень вкусная, ароматная и бодрящая. Ну, так, ставим чайник, а будем пить чай. Что у нас есть? Посуда? Есть, ну, после чаюшки, но мы не будем пить чай. Да. Ну все, больше грязную посуду дать. Закидывай туда все. Мы сегодня стирать не будем, что там. Нет, там мало. Много, ну, потому что сегодня не готовили, поэтому и мало посуды. Я женщина. А посудомойка? Нет, подожди, как ты говорил сегодня? Блин, Ваня так классно. Я женщина, а не посудомойка. А не посудомойка. Она посудомойка. Понятно? Вообще чаще посуду мою я. Так что вообще мне купили что-то, агрегат. Кто пришел? Кто пришел? Это жаба. Я уже вижу, сколько будет сегодня скринов с этого влога. Красиво. Очень красиво, да. Ну, такая есть, такая есть. Вот другого не дано. Что поделать? Убиться, что ли? Немножко. Как Шерлок, прыгнуть из... Ты что спойлеришь? Я очень коварная. Как Шерлок? Я умная, как Шерлок. И сообразительная. Если вам скучно. Покажи мне свою дедукцию. Так же быстро, как он это делает. Ты куда ушла? Как он это помещение? Не помещение, а астрал? Что, короче, какой-то... Короче, название какое-то есть. Ладно, покажи, как ты дедуктируешь. Нет, ты должна говорить. Ты уже сделала мы все. Сейчас. Он так медленно говорит. Мы смотрели фильм. Знаешь, как это я поняла? По твоему помятому лицу, по твоей помятой футболке, то, что ты в штанах, потому что дома тепло. Да, это все указано на то, что мы смотрели фильм. А какой мы фильм смотрели? Ты задаешь странные вопросы. Ты, наверное, увлекся сериалом, который ты смотрел. Да-да, именно сериалом, потому что ты уже сутки не спишь и смотришь серию за серией. Я вижу, в твоих глазах они покраснели. Ты точно смотрел сериал. Какой же сериал мог тебя чем пахнет? Он оставил след. Ой, мы, короче, прикалываемся с этого сериала. Но веселый. Да, не, хороший сериал, да, класс. Давай фруктовый чай. Ну, давай. Сегодня праздник. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут чайчи. Чайчи. Ладно, я прекращу это. Вещание. На ненадолго. Ну что, ребятки, по традиции будем с вами прощаться в нашей спальне. Мы очень много сейчас времени проводим именно в спальне, потому что у нас здесь есть кровать, есть где полежать, где посидеть. Когда у нас будет диван, я думаю, мы больше времени будем проводить внизу. А так как сейчас когда? Там... Когда? Ключевое слово «когда» у нас будет диван. Ну да. Кстати, мы продали диван и шкаф. Кстати, да. Расскажи эту прекрасную новость. Новость очень короткая. Мы продали диванышко. Не, на самом деле, человек, который будет заселяться в квартиру, в которой мы жили, он вроде как согласился купить диванышко. Вот. И в день подписания контракта
тому человеку, который будет сдавать квартиру, он передаст денежку. Да, ему, а тот человек передаст деньги нам. В общем, система налажена. Супер. У нас этот риэлтор, это же риэлтор, правильно? Да. Ну, короче, риэлтор. Он еще и мебель толкает неплохо. Чувак, все очень неплохо так толкает. Универсальный риэлтор. Универсальный риэлтор, это точно. Ладно, все, ребята, мы будем ложиться спать. Не знаю, будем ли мы смотреть еще одного. Обязательно. Кэдисэс. Ты серьезно, еще одного будем смотреть? Ну, мы начнем, пока будет монтироваться. Ой, что там? На улице дождь. На улице дождь. Смотрите, вам видно дождик? Не, не видно ничего. Только мое отражение. Ну давай, тишина, тишина. Классно, да? И мне нравится. Ладно, ребят, всем спокойной ночи, всем пока-пока. Увидимся с вами завтра. Не пропустите, завтра будет день. Представляете? Да, новый влог, такого вы еще никогда не видели. Ютуберцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.